Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Шакур Стивенсон сообщил, что готов провести защиту своих титулов против Василия Ломаченко. Мы можем устроить этот бой когда угодно. В конце концов, у него известное имя. Он входит в рейтинг Pound for Pound. Необходимо уважать его за это. Мы можем организовать этот поединок в начале следующего года. Или когда они предложат. В данный момент мы находимся в разных весовых категориях. Но я чемпион. Сейчас он может спуститься во второй полулегкий вес. Я думаю, что это был бы огромный бой. Я чувствую, что легкий вес неприродный для Ломаченко. Кажется, что второй полулегкий – более реалистичный дивизион для него. Мы примерно одного размера. Тайсон Фьюри сомневается в Энтони Джошуа, которому 20 августа предстоит провести реванш с Александром Усиком. Джошуа вновь проиграет, и затем они будут просить Ахиллеса о возвращении в ринг. А я же скажу им следующее. Пошли в жопу, я на пенсии, но потом, когда они бросятся меня умолять, я вернусь, но это будет стоить огромных денег. Райан Гарсия уверен, что его потенциальное противостояние Джервонте Дэвисом переплюнет по значимости даже два самых ожидаемых поединка в современном боксе. Финал трилогии Геннадий Головкин-Сауль Альварес, а также бой Эрл Спенс-Теренс Кроуфорд. Да, Канело Головкин 3 и Кроуфорд Спенс – это большие бои, но как только начнется раскрутка и как только контракты будут подписаны, хайп вокруг него затмит все остальное. Вам следует это запомнить, потому что многие люди не верят, что это случится, но как только все будет готово, это будет крупнейший поединок из возможных. Мне пофиг на третий бой Головкин-Канело. Не буду отрицать, поединок Кроуфорда и Спенса – это бой, который я всегда хотел увидеть. Но с коммерческой точки зрения, как только будет анонсирован бой Райана Гарсии против Джервонте Дэвиса, это будет самый большой поединок. Жанибек Алимханулы заинтриговал болельщиков очередным постом в социальных сетях. В своем твиттере Алимханулы опубликовал фото своего выхода на ринг, сопроводив его короткой подписью «Скоро». Напомню, что 21 мая Жанибек Алимханулы победил нокаутом во втором раунде Дэнни Дигнума и завоевал вакантный титул WBO Interim в среднем весе. Дата его возвращения на ринг пока неизвестна. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.